А я жду опять, когда не будем как они, мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми. Желание получить восторг от публики рано или поздно рождается в сердце каждого человека. Одни сразу забывают о таком порыве, другие хватают птицы удачу за хвост и идут до конца. Попытаться ухватить свою удачу попробовали и эти ребята, которые пришли на кастинг в новую музыкальную поп-группу. Да, аудитория немногочисленна, да и судьи не мировые звезды, но, как говорится, попытка не пытка. Мы ставили главным критерием, что нам нужны те, кто не боится сцены, должны импровизировать. Из нашего состава это человека три, может быть, так может. Но я думаю, что нам нужно будет еще раз с ними собраться и уже думать, если они смогут, если они, может быть, сегодня именно стесняются, то уже группа будет таким составом. Если нет, то будем уже сокращать. Собрать по-настоящему талантливых людей, тех, которые смогут без стеснения выйти на сцену, задача нелегкая, но вполне возможная. Нужны лишь организаторские способности, план действий и, конечно же, место для тренировок. Как оказалось, у Евы все это есть. Остается лишь пожелать ребятам удачи, ведь до первого выступления осталось не так много времени. Ксения Маслова, Евгений Еловенко, Виталий Просочкин, Ахтубинск ТВ.